Добрый день, уважаемые коллеги. Позвольте поблагодарить организаторов этой конференции. Вот с большим удовольствием мы приезжаем сюда, чтобы представить свои задумки, доклады. В этот раз я попытаюсь сделать обобщающий доклад, который посвящен топической диагностике иммунных нарушений. И по большому счету, наверное, это не моя работа как такова, это работа всего нашего большого коллектива, куда входят и Красноярск, и Новосибирск, и Санкт-Петербург, и Москва. С таких позиций, что в какой-то момент надо останавливаться, обобщать и выдавать на гора что-то для практического здравоохранения. С большой радостью я могу сказать, что если раньше, ну хотя и до сегодняшнего момента, весь спектр исследований всегда почему-то был направлен на типирование опухоли как таковой. Я не против этого. Я против того, что мы почему-то совершенно не уделяем внимания тому, на каком фоне протекает развитие онкологического процесса. Как и опухоли, там сейчас насчитывает порядка там 10-20 тысяч разных разновидностей опухолевого процесса, так и все люди разные, и иммунитет, иммунное реагирование у людей тоже разное, а от этого зависит и исход заболевания как такового. Еще один аспект, связанный с тем, что вся терапия, проводимая онкологами, она достаточно жесткая для иммунной системы. Хирургическое вмешательство, удаление опухоли – это тяжелые операции, и они в большей степени связаны с тем, что большая кровопотеря, стресс, нагрузка приводит к иммунодепрессии. Понятно, что химиотерапия, радиотерапия – это не что иное, как иммунодепрессивный фактор на человека как такового. Поэтому мы так или иначе лечением и сам онкологический процесс в конечном итоге приводит к тяжелой иммунной дисфункции у человека. Как один из примеров. Пациентка, которая достаточно успешно вылечилась от рака яичника и в дальнейшем совершенно случайно наблюдалась у наших коллег-иммунологов. Я вот собирал самые разные там иммунограммы в процессе с 15 по 17 год. В этот период обращала я внимание на то, что была стойкая лейкопения за счет популяции Т-хелперов. В конечном итоге развился рецидив. И в конечном итоге неблагоприятный исход, связанный с метастазами, совсем другим. Да, на тот период, 15-й год после вылечивания, когда полностью было подтверждено, что никаких проблем у человека нету, да, необходимо было проводить работу уже не с опухолью, а с иммунной системой этой пациентки. Поэтому требуется иммунотропная терапия. И чисто эмпирически клинические клиницисты, врачи понимают, что это надо делать. У нас существует очень много методик укрепления иммунитета. Вы их тоже хорошо знаете. Включите телевизор, чем только иммунитет не укрепляют. Вот я даже с удивлением увидел, что доктор Бубновский говорит, как надо укреплять иммунитет, как надо нормализовать работу иммунитета. Поэтому этим занимаются, к этому есть большая тяга, но к сожалению, у клинических иммунологов сегодня существует огромное количество проблем. И прежде всего, первая проблема, я всегда задаю вопрос, да не услышит меня академик Козлов, а кто и что лечит клинический иммунолог? Нет у нас четкой проблемы с тем, как мы оценить должны иммунитет. У нас нет четкого критерия
связанных с интерпретацией результатов. У нас нет четких классификаций и тех иммуноактивных препаратов, которые действуют на определенное то или иное звено иммунитета. Нету этого. И поэтому пока иммунолог не поймет, что он лечит, каким образом он лечит, ну, у нас эффекта от этого, к сожалению, не будет. Поэтому требуются единые, стандартные, и это, в конечном итоге, это прерогатива нас, специалистов, которые занимаются клинической иммунологией. Необходимо отметить, что существуют еще определенные сложности в подборе иммуноактивной терапии. Как я уже отмечал, люди все разные. Они по-разному реагируют на различные факторы внешней среды. И мне очень импонирует работа наших зарубежных коллег 2018 года, когда они с помощью иммунологии, генетики, эпигенетики, то есть выделили 6 разновидностей иммунотипов пациентов с онкологического профиля. Аналогичные работы я докладывал на этом форуме там 3 года назад, 4 года назад. Поэтому это не есть что-то новое. Это есть то, что констатация фактов, что для различных пациентов должны быть различные подходы. При этом, о чем вот сегодня говорили на первой части нашего заседания, иммуноактивная терапия, она в какой-то момент может быть как стимулирующая, так и угнетающая на развитие опухолевого процесса. Поэтому так или иначе у нас стоит необходимость формировать определенный иммунологический диагноз. И как и всегда в медицине это есть на основании клинических данных мы должны поставить предварительный диагноз, определить в дальнейшем клинический диагноз. Для чего? Для того, чтобы проводить адекватную иммуноактивную терапию. Очень часто пациенты, которыми мы занимаемся, на этапе, первичном этапе, мы видим выраженный системный воспалительный ответ, и о иммуноактивной терапии, о стимулирующей терапии здесь не идет смысл. Необходимо проводить непосредственно иммунодепрессивную, противовоспалительную терапию. Но на сегодняшнем докладе я больше внимания хотел бы уделить топической диагностике иммунных нарушений. Почему? Потому что они в конечном итоге и определяют то, каким образом сформировано иммунное реагирование и где есть те дефекты, на которые мы должны воздействовать. Ну, сегодня тоже останавливаюсь на этом, что с позиции иммуноредактирования существуют различные пулы клеток, которые оказывают как противоопухолевый, так и проопухолевый ответ. И вот именно определение количественное функциональное состояние этих клеток в конечном итоге даст нам возможность определять те точки воздействия, связано с иммунными нарушениями. Опять же, с позиции топической диагностики, с позиции клинического иммунолога, нам необходимо оценить все уровни иммунного ответа, начиная с презентации антигена, и в этом случае у нас очень информативные, как раз о чем мы тоже сегодня говорили, методы, связанные с локальными, оценка иммунной системы, оценка регуляторной активности и, в первую очередь, оценка эффекторных факторов, связанных с иммунным реагированием. Для этого существует вполне приличная проточная цитометрия. Я уже неоднократно, мне нравится показывать вот этот слайд. Это современная иммунограмма. 7 страниц по 30 строчек. Если есть необходимость, можно и больше. Но в конечном итоге мы должны оценить различные популяции клеток. Прежде всего, я на вас не наступлю. Прежде всего, это
всем известная популяция гранулоцитов. Так вот, обратите внимание, что практически у 90% пациентов с онкологическими заболеваниями мы просто взяли, у нас порядка 1000 лабораторных исследований, связанных с онкологической патологией, и мы провели такой небольшой анализ, и вот могу доложить, что количественный состав нарушен практически в 90% больных раком. Нарушение дифференцировки 43%. Нарушение активности нейтрофилов 44%. Даже мы определили, что у 2 человек выявили нарушение транслокации нейтрофилов. То есть их количество нормальное, но они не могут дойти до очага заболевания. Моноциты, макрофаги, дендритные клетки тоже... Практически у всех есть нарушение количественного состава, изменение суполяционного состава моноцитов, увеличение так называемых неклассических моноцитов у трети пациентов. То есть это говорит о том, что так или иначе дифференцировка моноцитов нарушена. Естественно, вот это один из путей нормализации работы иммунной системы, это нормализация работы тех же моноцитов. Далее НК-НКТ клетки. Практически такая же картина. Количественный состав практически снижен у половины пациентов. Изменен субпопуляционный состав. Нарушение дифференцировки, снижение активности. У более чем у половины пациентов снижение, повышение эффекторных свойств НК-клеток. Цитотоксические — это лимфоциты. Количественный состав практически изменен у 80% пациентов. Нарушение дифференцировки 60%. Т-хелперы. В принципе, такая же картина. 40-50% пациентов имеют нарушение и дифференцировки, и активности. У трети только увеличение количества Т-регов. Вот мы в свое время очень много говорили о Т-регах, и вся онкологическая патология связывалась с увеличением количества этих клеток. Вот обратите внимание, выявлено у трети только это увеличение. Это не говорит о том, что у пациентов... Это одна из разновидностей течения иммунопатологического онкологического процесса. Б-лимфоциты. Всегда складывается впечатление, что они не имеют значения при онкологическом процессе. Но, тем не менее, количественный состав Б-лимфоцитов увеличен или уменьшен практически у 40% пациентов. Нарушена дифференцировка у трети пациента, снижена активность Б-лимфоцитов у половины пациентов. Поэтому при нормализации работы иммунитета необходимо подходить к пациентам дифференцированно, персонально. Да, это мы сегодня любим говорить. Ну вот обратите внимание на клинический пример. 2 практически идентичных по морфологии и возрасту больные, женщины, рак молочной железы. И посмотрите, практически совершенно различные так называемые иммунологические профили. В первом случае это увеличение нейтрофилов, моноцитов, то есть, по сути дела, это какой-то провоспалительный ландшафт. В другом случае, в большей степени это так называемый иммунодепрессивный ландшафт. Естественно, подходы лечения к этим пациентам будут совершенно различные. Я не говорю про традиционную противоопухолевую терапию, я говорю про терапию, направленную на работу иммунной системы. Теперь буквально немножечко слов о иммунокоррекции. Да. Иммунокоррекция больным с онкологической патологией нужна. Я в прошлом году докладывал о том, что третий этап лечения онкологических больных – это иммуноактивная терапия. При этом сегодня иммуноактивной терапией очень активно занимаются наши коллеги-онкологи. И необходимо выделять те мероприятия, которые направлены на активацию иммунной системы для борьбы с опухолевой процессом,
И это жесткий метод, жесткие методы, в конечном итоге, которые их основная задача – уничтожить врага вместе с выжженной землей. Другой процесс – это нормализация работы иммунной системы. Это немножечко другие подходы, и это требует, как я еще раз повторяю, третий этап лечения больных с онкологией. Вот опять же, с позиции врача-клинициста, иммуноактивную терапию мы можем разделить на три больших категории. Это стимулирующая и депрессивная терапия. Все эти препараты вы хорошо знаете. Есть группа, так называемая заместительная терапия, о чем сегодня Андрей Семенович рассказывал, с позиции цитокинов, с позиции наших дендритных вакцин. Это не что иное, как заместительная терапия. При этом необходимо отметить, что мы рассматриваем цитокины как средство, стимулирующее чего-то. Ну, организм так устроен. Если мы есть недостаток, то тогда организм ответит на нормализует работу. Если же количество определенного вещества нормальное, либо еще даже и повышенное, введение дополнительных доз тех же цитокинов придет к обратной реакции, ухудшению состояния. Необходимо выделить местную системную терапию. И на сегодняшний момент появляется огромное количество так называемых таргетных препаратов. Один из таких препаратов, о чем я сегодня прикинул, где-то процентов 20 докладов, это препараты, связанные с PD-1 рецептором. Так вот, эра таргетных препаратов наступает также и в онкологии, но для этих таргетных препаратов необходимо четко определить, на что мы должны воздействовать. То есть необходима топическая диагностика иммунных нарушений. Поэтому в заключение хочу представить вам алгоритм действия сегодня клинического иммунолога. Иммунолог сегодня нормализует работу иммунной системы. Он должен ее оценить клинически, он ее должен оценить лабораторно и в конечном итоге представить необходимый объем иммуноактивных препаратов с позиции топической диагностики. Еще раз, работа представлена группой авторов различных городов нашей России. Спасибо за внимание. Пользуясь случаем, хочу вас пригласить на иммунологический форум в Новосибирске, который начнет работать с понедельника. Вас хочу пригласить на нашу иммунологическую школу в октябре, где мы один из больших разделов нашей работы – это работа и конференции, связанные с онкоиммунологией. Ну вот теперь все. Благодарю за внимание. Спасибо, Александр Геннадьевич. Пожалуйста, вопросы. Пожалуйста. Может быть, мне действительно очень понравилось, и, в принципе, все, что вы излагаете, это очень интересно и качественно. Но хотелось бы, вот поскольку вы этим занимаетесь, вот ни одна из наших услуг в ОМС не входит. Не считаете ли вы нужным, чтобы хотя бы от общества иммунологов и от вас как-то исходило бы в Минздрав? Потому что вот мы сейчас от этого очень страдаем. Мы делаем все эти исследования, но они официально никак не входят в службу постоянно. Зарина Григорьевна, полностью с вами согласен. Вот это наша боль, действительно это наша боль. И, опять же, нету Андрея Семеновича, обычно вот мы с ним все время. Я в течение уже 5 лет, вот когда начались эти школы, его школа, я говорю: Андрей Семенович, давайте мы сделаем классификацию препаратов. Для чего? Они нужны для стандартов.
давайте заведем стандарты. Потихонечку там, вот посмотрите, по аллергологии есть все стандарты, туда все включено. По первичным иммунодефицитам есть стандарты, у нас все включено. По вторичным иммунодефицитам, так называемым, ну, ни стандартов, ничего. Кто во что гораст? Вот я доктора Бубновского показывал, у меня, ну, сейчас начну собирать то, что люди, не люди, врачи рекомендуют для нормализации работы иммунной системы. Берут огромные деньги, проводят иммунограммы, в которых никто не разбирается. Дальше начинается о том, что зверобой, виферон, лейкопит, еще чего-то. Вот все подряд, что человек знает, то пишет. А еще бывает написано 6-8 препаратов на листочке и вычеркнуто, что не надо. Ну, поэтому, ну, пока у нас не будет единых стандартов, просим вас, москвичей, может быть, вы там поближе с Минздравом как-нибудь. Давайте сделаем резолюцию форума нашего о том, что необходима разработка стандартов. Направим, ну, я понимаю, что не решим мы эту проблему, но давайте попробуем. Ирина Александровна, давайте попросим, она сделает нам такую бумагу. Мы за нее все подпишемся.